Всем привет! А вы знаете, что есть такой способ мешать то, что мы жарим, без помощи язычка, лопатки? Вот этот вот способ, который я вам показываю, называется сальтеар. Это то, что нас сейчас научили на курсах на кухне, и я теперь дома все время таким образом готовлю кушать. Довольно-таки интересный способ, и знаете, мне кажется, что пища получается намного вкуснее, чем если...